«Снежное королевство» в зале Одинцовского центра эстетического воспитания. Школьники перевоплотились в персонажей сказки «Снежная королева». Актерское мастерство включает в себя, конечно же, работу над ролью, над персонажем, которого показывают дети на сцене, да, кого они играют, насколько они понимают свою задачу, с какой целью они выходят на сцену и, соответственно, само перевоплощение, чтобы зритель поверил в того героя, которого они играют. Конкурс «Театральная весна» проводится в рамках ежегодного творческого фестиваля «Ступени». В этом году испытания сценой проходят 8 коллективов. Мы рады, что этот фестиваль проходит в нашем округе, потому что дети, занимающиеся различными видами искусства, они должны, куда-то должен быть выход какой-то. Так же, как олимпиады по математике, по русскому языку и так далее. То есть это выход, это оценка. И очень рады тому, что очень много успешных детей, которые находят себя в этом виде искусства. Вся жизнь – театр, но и театр – это жизнь, уверены организаторы. Перед юными конкурсантами стояла непростая задача – показать не только хорошую игру, но и многому научиться. Например, петь и танцевать. Ведь театральное искусство требует от актера полной самоотдачи и самых разных навыков. Эмилия Аркелян, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».